Министр Чарила Зара Айлатора Артуа пыза министр Геннадий Гагуля а района ходачей табубхари хитнан хуйжуф бабснахипшимра асхацара аны хуйшкарала яхимё пыргазаза. Яри хуйта яйра амши и хаги ведзара харакыла язгуар табхадышкухва. Все районы были представлены на хорошем должном уровне. И я думаю, что мы показали лицо. Все гости, которые были, все отметили. Ну, хороший такой высокий уровень готовности принимать, встречать гостей. А министр Чарила Тараха цирка на кадр зара курыцбарала. Убас адгил хархори, а кадастри рзахюнткара туспарты и хабы и хатып уасы хацоп Геннадий Джапой Зураб Отырбей. Яро убаски ха ветеринарт, а фитосанитарт хылапшрызам. Апсна хюнткарат мадзурай хабы хатып уст хацоп Роман Джапуа. Апсны Хрымпе республики рыбжара аху ахтра экономика, то наука, техника, то гуманитарт, чьи разы хауснак затку рыплан, а министр ча и бзёбхо ахархайт. Яро убаски еще Курган урти цирзепшу а комиссия Айлазара, а министр Айлазара Айлатарачи еще Курган апкара кошпакам. А экономика министра Дгур Ардзинби хугылырачи даза адгылыта татын адзавхаях ганыя нарго, а шахт акцараза, а министр Айлазара уанзи рыдыркыла хазакт айтакраква аларгалар цири. Юхет яхатби амта запснаю нысха, а татын алыц цзыжу зауат кшаку юго. Яхя хари ахархар таала аджарахы купаха, а татын апсна хаю нысха ядры. Нами было инициировано внесение изменений в постановление 127 Кабинета министров об утверждении таможенного тарифа Республики Абхазия, это ввозные таможенные пошлины, аннулировать таможенные пошлины на ввоз табачного сырья. Эта мера касается исключительно табачного сырья, нет сигарет, естественно, и всего остального. Бюджет Республики Абхазия от этого ничего не потеряет, потому что табачное сырье до этого никто не привозил. Более того, значит, это мера временная. Апсна джея социалпи курфюрерзе а министр Руслан Аджба министерца ирдыгалы тахюнткарат хакукат программа. Апсна хазико категория язанаку атулава анхартала хри курфюра а проект уй адгалара артит. Одобрить предлагаемый проект государственной целевой программы обеспечения жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия. Направить государственную программу на утверждение президенту Республики Абхазия. Прилагается паспорт программы. Программа государственная, имеет статус президентской. Разработчиками данной программы являются администрация президента, парламент, кабинет министров, наше министерство, министерство юстиции и так далее. Ответственный орган и исполнительный – это наше министерство труда. Анхарты юнызки век захизу хюнткарат хакукат программа проект айма каичак цырнагет. Агуана кырква арчы вершит. Акыра амтатпи ахчавира корнею санария проект ицеге усадула тупха азыцбана уа жазы хиры дырмкалыйд. Вадима Гергеб, Саида Гуха, Апсу телехопшра.